наш слушатель мог с нами быть каждый день. Делаем, делаем музыку и делаем, делаем для людей, чтобы каждый наш слушатель мог с нами быть каждый день. Не верю, их так много. Пропустил, видать, тот самый резонансный инфоповод. Когда это стало модой, пошла по толпам диковинка. Оказывается, быть рэпером легко такая. Они не батлили, там где был я, жопа не прогорала. С баллов прежде, чем за батлы говорить, вот у тебя сколько грамот. На Юкосы Дамбе, блять, если вообще аккаунт. Сколько было бабок на мобилу отдано за лучший раунд. Я все прохавал, для меня батлы как спорт. Еще застал те времена, когда треки пихали в сборники. Так что не спорь, за опыт немало, MC за борт ушло. Я убирал их беззаботливо со всей душой. И тебе тоже туда дорога малая. Ну линию как оригами, не повар, но котелок еще как варит. Все, кто бывал до, эти все, кто был ноль. Братец, сегодня я беру батл, отрываясь как труп. Мы делаем, делаем музыку и делаем, делаем для людей, чтобы каждый наш слушатель мог с нами быть каждый день. Каждый знаешь, чтобы батлить, вам нужен повод. Вас все больше в лице батлов, как расширенные поры. Когда свистнет рак, порой поздно идти к онкологу. Ставя на кону круто, превратив охмы на каламбур. Что в рэпе блогеры, это лишь полбеды. Кому-то прохнет, может, и пожалуйста, родится новый хит. Но будем реалистами, их единицы на фоне всех. Кого вызвать, чтобы по неполе не вызывали смех. Батлам отдал года еще тогда, когда был юдамал. Рэп отдавал в домах, парах соперникам летел дома. Бился за каждый балл. Говорили, мол, как же так, этот парень один из тех, кто делал на результат. Игра не та, давно ёбла в экранах тут и там. Непонятно, друг или враг, фан или так. Будет дань или фраг, берите хоть ему эпитетов. Культ победителя, когда предан своему потребителю. Слушатель мог с нами быть каждый день.